Ну и, конечно, самые приятные истории происходят с нами в путешествиях, когда мы отправляемся на отдых. Для кого-то это курортный роман, для кого-то это прекрасное времяпровождение под лучами греющего солнца. Ну и, конечно же, уже в преддверии того самого сезона хочется поговорить о том, куда отправиться на отдых. И специально для этого мы пригласили нашу следующую гостью. Рада вам представить. Галина Селицкая, менеджер турагентства «Южтранстурмир». Доброе утро! Доброе утро! Здравствуйте! Галина, ну, вы, наверное, прям сразу к нам в эфир с путешествия готовы. По крайней мере, по нашему городу. Да. Было легко. Да, сегодня день таксиста, уже успела посмотреть ваш сюжет. Вот, и я выбрала такси, как самый надежный способ передвижения по городу, да. Прям уже отметили, вот видишь, с самого раннего утра уже люди праздновали, отмечали. Главное, чтобы таксисты не отмечали до конца смены, это самое главное. Но возвращаемся к теме, путешествий, поездок, все-таки. Туристический бизнес, туристические маршруты, туристические направления. Какие они сегодня, эти самые направления, наиболее актуальны? Ну, на сегодняшний день людям, конечно, хочется тепла после долгой зимы. Вот. Все устали от городской суеты, поэтому самыми популярными являются пляжные направления, такие как Турция, Тунис, Кипр, Египет. Конечно, есть процент туристов, которые предпочитают экскурсии, да, там отдых в Европе. Но таких все-таки меньше, чем тех, кто хочет уже погреться, отдохнуть, да, расслабиться. Всегда хочется. Ну, к слову, возвращаясь к последнему, что упомянули, это Египет, да, и вылет из России сегодня туда очень усложнен, да, грубо говоря. Потому знаю, что ваше турагентство может предложить какие-то варианты. Расскажите, пожалуйста. Да, на самом деле можно уже как неделю. Вот, открыли вылет из Москвы в Каир. Вот, но такие вылеты, они довольно дорогостоящие для обычных туристов, и наше турагентство предлагает другой вариант. Мы сотрудничаем с оператором Казахстана, сотрудничаем успешно, уже год наши туристы летают из Казахстана. Отправляем мы из близлежащих городов. Сервис этого туроператора на высшем уровне, что позволяет нашим туристам вернуться довольными, счастливыми. И все уже давным-давно привыкли вылетать на курорты, например, из Челябинска, из Екатеринбурга, там, да, там, из Уфы. И дорога до Казахстана занимает также не больше времени. Они не теряют абсолютно. Да, где-то 5 часов в дороге, минут 20-40 на таможне, то есть никаких неудобств. У нас все многие туристы провели в Египте новогодние каникулы. Да. Везет же им. Что делается в этом мире, я не знаю. Валерий, нужно просто запланировать и обратиться к профессионалам своего дела. Ну, раз уж Галина сказали, то есть в течение уже, ну, примерно года, да, вы сотрудничаете с Казахстаном. То есть все, связи налажены, все, система отлажена, только одни плюсы, риски вообще снижены и минимальные. Тем туристам, которые к нам обратятся, не придется быть первопроходцами. То есть, да, опыт у нас есть, опыт положительный. И такие туры, они достаточно бюджетные. Ну, это здорово. Конечно. Ну, то есть, когда есть шанс. И причем не надо через африканский континент, знаете, лететь в Египет и мучиться, да, и как-то резервировать свой организм, насиловать его временем пребывания в пути. А все просто, все легко. Так же, как проехались как до Екатеринбурга. Да, все, то есть для туриста все эти неудобства, они все снижены. А еще и Казахстан посмотреть. Безусловно. Попутно. Хотя бы налево и направо посмотреть. Валерий, молодец, плюсы находит во всем совершенно. Особенно если хорошие попутчики. Я тоже считаю, что отдыхать нужно начинать уже, когда собрал чемодан. Это два путешествия получается. Казахстан и Египет. Потом еще, да. И еще обратно. И обратно, ты смотри, что делается. Ну, прелесть, просто прелесть. Но хочется всегда нашим телезрителям, да и нам, в частности, знать, ну, вот это вот слово вкусное, акция, акция. Есть какие-нибудь акции? Есть какие-то горячие туры? А сейчас что-то есть? А можно взять? А вот прямо сейчас поехать. За 2000, но сейчас прям я тоже. Готов, Валерий, с эфиром летать? Да. Вот специально для таких клиентов, как вы, Валерий, мы предлагаем оставлять свои контакты, потому что, да, акции, горячие предложения, они появляются постоянно от различных туроператоров. Особенно часто появляются предложения в Европу, и у кого открыта шенгенская виза, можно реально очень выгодно с большой скидкой улететь. Ну и, соответственно, когда вы оставляете свой телефон, мы звоним, рассказываем. Помним про ваш запрос, про вашу заявку и не оставляем без внимания. Это плюс. Конечно, то есть не тебе надо, что тебе всегда заботиться. Каждый день ездить, да? А вот есть тур, а пока нет, давайте приезжайте вечером, а сейчас нет опять. А тебе спокойно позвонили. Ну да, но тут тоже надо понимать, да, что как бы акции, горящие туры, их невозможно подгадать под даты отпуска. То есть они могут быть, их может не быть. Поэтому
для туристов, которые хотят гарантированно получить скидку на отдых свой, мы все-таки советуем использовать раннее бронирование тура. То есть вот по нашему опыту, если вы сейчас бронируете тур за полгода вперед, да, то до 50% от стоимости тура можно сэкономить. Как чудесно. Да, это существенно. Да, ну а кто, может, бизнесмен, правильно? У него нет никакого графика. Он говорит, вот в течение этого месяца будет тур, я куда-нибудь слетаю. Тоже можно, да, обозначить такую предлагаем большую рамку временную. Ну, это здорово, это хорошо. Друзья, я думаю, продолжим, да? Продолжим еще объяснить, куда мы денемся. Продолжим общение с нашей гостьей, но также мы должны следовать рамкам нашего прямого эфира. И на очереди интереснейший сюжет, друзья, который заинтересует абсолютно многих. Давайте посмотрим. Кроме приятных покупок и комплекса услуг, в ТРК «Семейный парк» есть и зона удобной парковки. К слову, здесь для автомобилистов расположились несколько сервисов. Например, профессиональное обслуживание владельцам марок Kia и Hyundai обеспечит Kia Club Service. Мы производим регламентное техническое обслуживание, замена технических жидкостей, также ремонт ходовой тормозных систем. Также у нас имеется компьютерная диагностика двигателя и электронных систем автомобилей. Также мы можем произвести любой сложный ремонт, как двигателя, так и любой коробки передач. При этом в отношении ценовой политики вы будете приятно удивлены. Стоимость услуг на уровне гаражных сервисов, а качество вы не отличите от дилерских стандартов. Но это не все. Здесь же, в зоне парковки, вы можете пройти техосмотр своего железного коня. Проверяется техническое состояние автомобиля на исправность, на его неисправности. Если какие-то существуют неисправности, мы можем их устранить на месте. Это такое, как регулировка света фар, регулировка тормозов. Также у нас здесь есть автосервис. Если, то есть, человек не прошел технический осмотр, он подъезжает на сервис, ему исправляют, и здесь он получает. Время прохождения технического осмотра автомобиля занимает 15-20 минут. После автовладелец получает диагностическую карту, на основании которой уже можно отправляться за получением страхового полиса. Еще один плюс – здесь же каждый может помыть свою машину всего за 99 рублей. При этом качество мойки вы контролируете самостоятельно. Мойка самообслуживания известна многим магнитогорцам. Это экономит ваше время и деньги. Линия оборудована 4 постами. На каждом установлен аппарат высокого давления. Шланг для воды и пены закреплен на потолке. Это позволяет свободно перемещаться вокруг машины и исключает риск ее поцарапать. Также с обеих сторон от автомобиля размещены распылители воска. Если вы еще не успели попробовать эти виды услуг, спешите в семейный парк. Здесь вы найдете все. Продолжаем, дорогие друзья, говорить на тему сегодняшнего прямого эфира «Пункт назначения» о поездках. Ну а сейчас, конечно же, продолжаем говорить о путешествиях вместе с нашей очаровательной гостьей. Галина Селицкая, менеджер турагентства «Южтранстурмир». Она с нами. Ну и в продолжение нашего общения хочется, конечно же, узнать ваши конкурентные преимущества. Почему, в принципе, стоит обращаться именно в ваше турагентство? При выборе турагентства главенствующую роль играет, конечно, его надежность, его репутация на рынке. Наше турагентство работает уже 10 лет. В марте мы отметили свой день рождения. Поздравляем с юбилеем. Да. Серьезный срок. Да, спасибо. У нас много благодарных клиентов, да, которые к нам возвращаются. Ну и благодаря также нашим клиентам у нас уже обширная база отзывов об отелях, о курортах. И поэтому мы можем подобрать индивидуально тур каждому человеку под его предпочтения, под его потребности. Вот. Ну и также основное наше преимущество в том, что у нас достаточное количество сотрудников, то есть мы можем себе позволить внимательно, ответственно относиться к каждой заявке, никуда не торопиться, всех выслушивать. Всех на всех хватит. Да, всех на всех хватит. Всех сотрудников, точно. На всех благодарных гостей и туристов. Ну, опять-таки, вот всегда затрагивается, поднимается этот вопрос, ну, может быть, в некотором смысле банальный, да, вопрос. Но всегда мы знаем, что надо обращаться к дорогим. Mm-hmm. Но всегда сами что-то пытаемся. А вдруг? Сэкономлю. А вдруг сейчас я найду, там, найду на 324 рубля дешевле. Ага, я нашел. Но все-таки почему именно надо обращаться вот проверенным, да, людям, проверенным компаниям, организациям, именно в турагентство, а не самому где-то искать в интернете. Да, можно и самому, в принципе, забронировать тур, но это миф, что вы сэкономите. Вот, то есть не экономите вы ничего и при этом несете сами ответственность за свой отдых. То есть есть при бронировании туров, при работе с туроператорами большое количество нюансов, сложностей, которые зачастую мы даже не доводим, да, там, до клиента, решаем все на своем уровне. И поэтому, когда человек бронирует тур самостоятельно,
он несет полную ответственность за свой отдых и уже не может рассчитывать на помощь специалистов в каких-то сложных ситуациях. Ну и лучше, конечно, все-таки обращаться в туристическое агентство, чтобы воспользоваться нашим опытом. Да, в принципе, оно и понятно, да, вот ты сам поехал, как бы, вроде бы, да, что-то, не дай бог, произошло, там что-то случилось, а тебе кому звонить, а все, а на кого ругаться, а кому жаловаться, а у кого помощь просить, а все, ни у кого, только вот как-то сам решать, а это, как правило, финансово затратно, конечно. Особенно в другой стране, где другие законы и может быть, даже какая-то уголовная ответственность. Ну и плюс, опять же, я думаю, что можно уже на уровне проверенности тех или иных мест, когда у вас уже ездили многие ваши клиенты, знают, что это за место. Да, уже... конечно. Когда вы читаете отзывы о каких-то местах отдыха в интернете, да, то вы не знаете, чему верить, на что, наоборот, не стоит обращать внимание. И просто тратите свое время, тогда как, доверившись специалистам, вы экономите свое время, позволяете нам делать свою работу. Каждый занят своим. Да. Клиент отдыхом, а вы поиском лучшего отдыха для него. И еще раз повторюсь, никакой выгоды в бронировании тура самостоятельно нет. Все, я пошел. Расстрою меня, ну что такое? Ну ладно. Настолько вот, знаете, турагентство, да, вот знает не только своих клиентов, но и все эти пески, да, я говорю, представьте себе, а вот этот песок молекулярный, этот, оценка там, все, биологический статус этого песка, вот этот песок оттуда, этот оттуда, этот оттуда. Вот Мальдивы, читал вчера весь вечер. Готовился. Исчезают Мальдивы. 1.5 метра всего над уровнем моря. Утащили весь песок? Море, на уровне моря остается Мальдив. Так что несколько лет вообще уже сравняется и затопит, и не будет. Так что можно же? Надо срочно ехать, можно пока не произошло. Можно. Спасибо. Мне просто надо было разрешение спросить. Я думаю, что я никуда не езжу. Просто надо было спросить. Я думаю, Валерий после эфира тебе предложит лучшие условия для отдыха. Через Казахстан? Ты думаешь опять? Да я согласен на все. Ну и, конечно же, хочется еще затронуть такой важный вопрос. Все-таки отдыхать мы хотим здесь и сейчас, но не всегда хотим отдавать сразу всю сумму за наш отдых. Да, порой такой быть... возможности да, нет сразу, нет. Да. Но при этом отдохнуть-то хочется. Какие условия вы можете предложить? У нас есть собственная рассрочка от нашего турагентства. И также есть выгодные кредитные условия от банков-партнеров. Вот. И... К слову сказать, действительно это выгодно воспользоваться рассрочкой, да, там, кредитом, забронировать тур заранее, спланировать для того, чтобы остановить его цену. Мы говорили, да, с вами о раннем бронировании. То есть в этом случае уже цена тура для вас не растет, вы спокойно расплачиваетесь за свой отдых. Вот, и... Едете отдыхать. А также смотри, ну, извините, что перебью, с другой стороны, клево. Ну, ты вот через полгода забронировал себе отдых, да? Да. И сейчас из-за этих полгода, ну, как, грубо говоря, можно частями выплачивать. Да, да. И ты к моменту уже... Да. Все выплатил и поехал сколько с чистой ты, душой а сколько ты потратил с собой, говоришь, ничего не надо. Я уже все проплатил, все уже. Нет забот никаких, да? Смотри, как... Вот после отдыха как-то вот уже ты отдохнул, уже не хватит вроде отдавать деньги, да, как-то да, уже согласна. За что я отдаю, я уже все уже. А тут наоборот, ну это хорошо, интересно. Да, безусловно, в этом есть смысл пользоваться рассрочкой, пользоваться кредитом и бронировать заранее свой тур. Полнейший как. Вообще, без последствий для бюджета семейного можно. Ну, что там отдаешь там по эти 5 тысяч в месяц? Ай, ерунда. Один новый клиент у вас уже появился, определенно. Мальдивы, Египет, Агаповский район. Это все надо посетить обязательно. Ну, хотелось бы этот год успеть. Как минимум двоих. Ну, так что копи. У нас двоих денег. Я с рассрочкой обращусь. Ну, а раз вы у нас товарищ богатый, вы можете себе сразу и Мальдивы, и Египет, и все остальное позволить. Я такой. Не без этого, конечно. Мы уже выяснили, что копить не нужно. Вот. Нужно приходить, интересоваться, самое главное. Потому что наш девиз, что дорога в 1000 миль начинается с одного шага, да, к нам. Вот, поэтому нужно приходить, звонить, формировать запрос во Вселенную. Полностью с вами согласны. Да. Ну, большое спасибо, конечно же, что в этот ранний час посетили нашу студию, рассказали все тонкости и нюансы отдыха, потому что путешествовать нужно, ведь это дает нам новые силы, заряжает нас новыми эмоциями и, конечно же, вдохновляет на новые и новые свершения. Я напоминаю, что в нашей студии была сегодня Галина Селицкая, менеджер турагентства «Южтранстурмир». Большое спасибо еще раз вам. Ну и, конечно же, благодарных клиентов, путешествий вам в том числе, чтобы работа дарила удовольствие. Да. Спасибо за пожелание. Благодарю, что пригласили в вашу студию. До встречи. До встречи в турагентстве, дорогие друзья. Мы же с вами не прощаемся совсем скоро. Мы вновь вернемся в эту студию. Вновь нам будет чем вас удивить. Сюрприз на сюрпризе сегодня. Так что не переключайтесь. Оставайтесь только...